Всем привет! В сегодняшнем видео хочу вам показать, как правильно вытащить клеща у собаки. Для этого нам понадобится сама собака, клещ, ну и кусок нитки. Берем нитку, делаем на ней маленький узелок. Так, собака, не мешай. Так, вот такой маленький узелок. Стягиваем его. Ну, вот, видно, да? Вот такой примерно. Вот. И надеваем на нашего клеща. Как можно ниже. Так, и вот, видите, да? Затягиваем узелок. И делаем небольшую подтяжку. Три оборота против часовой стрелки. Или четыре там. И клещ вылазит без проблем. Ну, обязательно место укуса надо обработать спиртом для дезинфекции. Самое главное, что вот такого метода не попадает в кровь собаки слюна клеща, и ничего не остается, не надо там вырывать пинцетом там, или дергать, или там еще как-то его выковыривать. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо. До свидания.